Всем здравствуйте, меня зовут Оксана Гуликова. Сегодня у нас видеообзор поступления пряжи. Пряжа в магазин, который называется «Территория вязания». Ссылочка на магазин будет в инфобоксе. Это под видео. Нажимаете кнопочку слово «Еще», оно выделено. Под названием видео есть слово «Еще». Нажимаете, и там будет ссылка на магазин. Но вообще он очень хорошо ищется просто в поисковой системе, в любой, там, где вы черпаете информацию любую, да, вводите «Территория вязания», и вам откроется... найдете так магазин. Итак, друзья, сегодня приехал у нас пряжа Artland Beans. Также приехал пух норки, но всего два цвета. Покажу, но бинс покажу тот, что приехал, и то, что есть у меня в наличии. Оставалось еще с прошлых закупок. Также приехал один всего лишь цвет Classy на момент заказа. В общем-то, ассортимент был бинс, но вообще из всех вот пряж, мне очень-очень нравится бинс. И сегодня я вам покажу в основном вот бинс. Так, давайте начнем. Так, начнем мы с образца. Вот так. Это пряжа с узелковым люрексом. Вот такой это пушистик. Я уже, те, кто впервые на моем канале, вот это тоже бинс. Вот такой у него пушок. Вот видно, да, пушистенькая пряжа. Я уже вязала и плечевое изделие из него. Мне она очень-очень понравилась. Состав пряжи 50 грамм моточек. В мотке 240 метров. Значит, расход на плечевое. Я вязала короткий джемпер для дочери. Укороченный. У нее размер 44-46. Ну, будем считать, что на 46 я вязала. Там, потому что свобода облегания. И у меня расход составил 5 моточков. Но, смотрите, я бы брала все время в запас один моток. Так, здесь у нас 5% шелк, 20% мериносовая шерсть, 30% нейлон, 45% норка. Ну и вот здесь еще есть узелковый люрекс. Все моточки идут с узелковым люрексом. Итак, вот этот моточек у нас, ой, вот этот цвет у нас такой красивый. Номер цвета, так... Номер цвета 12, темно-бирюзовый называется. Вот такой оттеночек. Следующий цвет, это у меня был в запасах, но его прям разобрали как-то вот буквально за два дня. И осталось всего 5 моточков. Холодный такой желтый цвет. Светло-желтый написано, и номер цвета это 07. Здесь так мелко написано, под микроскопом нужно рассматривать. Вот такой оттенок. Все цены, все остальное я озвучивать не буду, это все есть на сайте. Не ленитесь, проходите и смотрите. Вот этот цвет очень многие у меня ждали, его не было. Аж две поставки не было его. Вообще, вот очень красивый цвет. Он называется «Мокрый асфальт», номер цвета 30. Это такой темно-серый, и у него какой-то есть полутон розовый. Ну вот, как будто темно-серый, немножечко с розовым. Очень красивый цвет. Его приехало много. Так, следующий у нас бинс. И, кстати, плечевое изделие я вязала на четверке. И вот этот образец, он связан тоже на четверке. Хотя 240 метров в 50 граммах, да, это получается на 100 у нас 480. Вот так. Смотрите, все плотненько. Ну, я плотно вяжу, в принципе. Так, вот такой цвет. Это у нас серый. Здесь такой серебристый люрекс с ним. 29 номер цвета стальной. Этого цвета у меня ни разу не было. Он первый раз приехал. 29.
Так, друзья, это черный цвет. И здесь вот такой люрикс. Он голографический, разноцветный. Номер цвета 21. Черный. Очень красивый черный цвет. Так, следующий цвет, по-моему, номер 40. Айсберг. Вот такой тоже его много приехало. Прям побольше взяла. Очень популярный цвет. 40-й, да, номер 40, айсберг. И вот такая красота, апельсиновый цвет. Посмотрите, какая это красота. Очень красивый. А номер цвета 47-й, называется апельсин. Так, здесь узелковый люрикс, знаете, какого цвета? Какой-то розоватый, что ли. Ну, красиво здесь все прям гармонирует. Немножечко камера его желтит. На самом деле, вот он прям такой оранжевый, натуральный оранжевый цвет. Но камера его в желтый немножко отдает. Но это оранжевый. Очень красивый апельсиновый цвет. Очень классный. Так, следующий еще один серый. Это серо-меланжевый. Номер цвета 36. Серый меланж. Вот такой. Так, вот такой цвет, такой молочный, да, как бы топленое молоко. Он, по-моему, 08 кремовый называется. Да, это 08. Вот такой цвет. Тоже он у меня впервые этот цвет. Следующий оттеночек белый. Его тоже я много привезла. Он очень классный. Так, люрикс. Ну, здесь вот он прям... Ну, до такой степени деликатный, нежный и тонкий, что я даже не пойму, какого он цвета. Ну, по-моему, он такой, как какие-то там зеленоватенькие. Вот он, узелочек. Вот такой. Слегка такой, видите, мерцание. Вот, это белый, номер цвета 10. Следующий красный цвет. Там еще, по-моему, есть бордовый. Так, красный цвет у нас номер 42. Вот такой. И вот такой бордовый. Это винный. Винный цвет. И номер цвета у него 43. Вот, смотрите. Вот это красное, вот это винный. Такие классные оттеночки. Так, следующий это вот такой. Какой пыльная, пыльная сирень, да? Номер цвета 25. А название у него темно-лиловый. Ну да, темно-лиловый. Разноцветный люрикс в нем. Больше как-то голубого. Золотисто-голубой люрикс. Но он до такой степени вот тоненький и деликатный, что вот очень мне нравится, очень ненавязчиво, и он не колется. Так, следующий у нас вот такой. Темно-голубой, номер цвета 48. 48 темно-голубой. Так, и вот такой оттенок. Это 49 голубой. Вот, два голубых. Светлый и темный, 48 и 49. Этого очень мало, очень-очень-очень мало. Забирала я его последний. Так, шоколадный цвет, вот такой красивый. Здесь розоватый такой люрикс. Не знаю, камера передает его, нет. Розоватенький. Так, а номер цвета... молочный шоколад. Не пойму номер цвета. Вот видно в камеру. По-моему, 36 или 38. Вот честно, не вижу. И очки я сегодня забыла дома. Вот такой молочный шоколад.
Но он из коричневых один, вот из таких темных, так что его не без труда можно найти. Так, вот такой красивенный темно-синий цвет приехал. Это у нас номер цвета 23. Синий. Но он прям темно-синий. Вот такой. Сейчас поближе покажу. Вот так. Да что ж такое? Вот. Следующий у нас серый. Так, серый. Камера сегодня вредничает, хотя у нас такая хорошая погода и на столе так светло. Это номер 11, называется он серо-голубой. Ну, вообще он серый, и вот эту голубизну ему дает люрекс. Хотя люрекс здесь тоже вот голубенький такой, золотистый, розоватый присутствует. Вот, вот такой оттенок, 11. Очень он тоже всем понравился, его очень многие ждали у меня. Так, вот такой розовый, очень красивый розовый цвет с розовым узелковым люрексом. Классный цвет. Так, и это у нас номер цвета 03. Называется розово-сиреневый. Ну, тут прям вот ну так мелко написано, что под микроскопом нужно рассматривать. Что ж так мелко написали? Розово-сиреневый бинс. В общем, вот такая пряжа. Это очень хорошо раскрывается и пушится. Во всяком случае, изделие, которое я вязала, очень хорошо распушилось. Но распушилось оно полной мере после второй стирки. Я не знаю, может, после третьей он еще распушится. Так, это у нас бежевый цвет, номер цвета 56. Это вот классический беж. Вот такой. С таким ненавязчивым, как бы, я не знаю, что за цвет люрекса. Даже то ли золотистый, но он прям не яркий такой, прям прячется внутри. Следующий артикул у нас будет пух норки. Сейчас покажу отвязанные образцы. Вот, вот такая пушистость. Смотрите, какой он очень пушистый. Но это самая пушистая пряжа у Артланда. Вот пух норки. Состав здесь 70 норка, 30 нейлон. Вот, но и здесь полотно, вот это мне прислал поставщик образцы. Связано здесь, конечно, очень плотно. Они прям пряжу, у них петли все забиты. Очень забитое полотно. Вот, я думаю, что это отвязано на вязальной машине. И здесь вот прям плотность такая очень сильная. Ну, а так вот хотя бы видно пушистость. И здесь вот, знаете, видите, как резинка, да, как будто... Но вообще не очень хорошо эта пряжа держит резинку. Дополнительная нить, как в китайском, вот, которую мы покупаем, да, с катушечкой, здесь не идет. Производитель заявляет, что уже все добавлено в саму нитку. Итак, я не сказала, какой здесь метраж, да? 50 граммах 360 метров, то есть это прям и паутиночку можно связать, ну или в две ниточки вязать. Так, это у нас цвет номер 64, вот такой, это лазурный цвет, как-то он у них по-другому называется, но для меня этот цвет лазурный. Все пряжи у других производителей такого цвета называются лазурный. Красивый цвет, и тоже он очень популярный. Вот шикарное будет из него какое-нибудь плечевое изделие или аксессуары. Так, приехал вот такой цвет, но его не очень много, но есть пока. Номер цвета 13 серый, натуральный серый, но он вот, знаете, тоже у него, он меланжевый. Вот это прям будет пушистый-пушистый. Вот мне кажется, вот эти волоски, они какие-то с сединой. Сам он серый, вот с такими, с проседью волосками. Очень классный цвет. Пух норки.
Так, следующий оттенок. Его очень всегда плохо видно. Сейчас я немножечко вот так вам сделаю. Это так, не знаю. Но он зеленый, темно-зеленый цвет. Такой прям темно-темно-зеленый. Как вот такой цвет я бы назвала тайга. А, номер цвета 17, темно-зеленый. Ну вот он прям характеризуется тайга. Вот пухнорки. Следующий оттеночек вот такой. Там какой-то мусор внутри. Вот такой. Это яркий липа, да, цвет. Но они по-другому, наверное, его салат они его назвали. Номер цвета 28. Вот такой. Тоже классный молодежный оттенок, да. Сейчас молодежь очень любит яркие. Так, вот такой цвет, по-моему, он один всего лишь. Ну, 5 штучек, да, одна упаковочка. Точно. 0,8 кремовый. 0,8 номер цвета. Очень нежный. Так, вот такой коричневый. Так, это не коричневый, а песочный цвет. Номер цвета 54. Песок, да, правильно, песок. Прям самый настоящий песок. Тоже красивый бежевый оттеночек. И вот такой нежно-желтый цвет. Номер цвета 07. Вот такой оттенок. 07. Это был пух норки у нас. Так, друзья, следующий артикул у нас Artland Classy. Так, вот такой цвет, 54. Давайте посмотрим на образец. У меня где-то еще один. Сейчас, минутку. Так, вот он второй. Это связан из красного цвета. Вот, ну, красного нет, и такого тоже нет. Пыльная сирень какая-то, да? Давайте начнем с характеристик. Опять ничего не видно мне. Итак, здесь у нас 5% шелк, 20% мериносовая шерсть, 30% нейлон и 45% норка. Тоже такая пушистая пряжа. Вот он, пушок. Ну, вот это, наверное, лучше будет видно. Она посветлее. И здесь вот, вот он, да, вот так вот заметней пух. Так, это пряжа у нас люрикс и микропоэтки. Поэтки такие мелкие, деликатные, и они нечастые. То есть не будет сильно усеяно полотно поэточками. Тоже раскрываемость хорошая. Пряжа очень пушистая, классная. А, ну вот даже мне несколько моих покупательниц сказали, что пушистость тоже зависит от цвета. Например, взяли два цвета Classy разных, да, и раскрываемость одна сильнее пушистая, одна не очень. Ну, как бы пушистый, но не так сильно. 240 метров в 50 граммах, как и бинс. Так, ну здесь и все цвета у них, в принципе, совпадают. Она практически такая же, как бинс. Но здесь еще плюс пайеточки добавлены. Итак, 54-й. Ее мало очень у меня. Там в остатках есть какие-то цвета. Я их даже не принесла, потому что они не целые упаковки. Вот этот очень красивый кирпичный такой цвет. Номер цвета 51, кирпичный. Ну, я надеюсь, что... Я еще в феврале привезу Classy. Так, вот такой светло-сиреневый. Я думаю, что на весну прям нарядиться и выйти в таком пушистеньком и блестящем будет очень красиво. 31-й нежная сирень. И есть просто сирень. Это 41-й цвет. Вот они какие. Смотрите. Одно время вообще был очень модный этот цвет. Ну, все оттенки лаванды, да? Вот они, очень красивые цвета. Один побледнее, один вот такой. Так, ну и следующий артикул. Эта пряжа называется Monro. А здесь тоже люрикс и пайетки.
пушистик, но здесь у этой пряжи самый-самый деликатный пушок, самый деликатный. Эта пряжа немножечко, так, 240 метров в 50 граммах. Здесь 20% пуха, 20% кролика. Так, вискозный шелк 20, 20 нейлона, 5 металлик и 5 пайетки. Я могла ошибиться в чем-то, потому что очень мелко написано. Если пройти на сайт магазина, то все характеристики можно найти там. Вот здесь опять же забитое такое полотно связано. Ну, мне так кажется, что это на машинке связано. А там бог ее знает. Вот такое. Ну, потому что такие шикарные и ровные резинки. Вот такие они обычно получаются только на машинках. Я знаю, о чем я говорю. У меня есть вязальная машина. Так, друзья, есть три цвета у меня. Все очень красивые. Вот такие. Это красный цвет. Сейчас. Номер цвета 12, красный. Здесь пайетки, люрикс. Но здесь вот не так они бросаются. Тоже все так бы как бы прям скромно. Но цвет очень классный. Здесь красный. Из всех красных, которые есть в этой, вообще в этой пряже у Artland, вот здесь красный, самый красивый. Самый такой прям очень классный, сочный такой. Следующий оттенок вот такой вот, как бы джинсовый, я бы его назвала. Да, он так и называется, джинс меланж, номер цвета 76. Тоже вот такой классный цвет, красивый. Это кто не любит яркое, больше вот в таких вот оттеночках изделие будет очень красивым. И вот этот по типу мокрого асфальта, наверное, серый меланж, серый мышиный. И номер цвета, кажется, 36 или 38. Тоже очень мелко написано. Вот, смотрите, здесь серебристые пайеточки, серебристый люрикс. Цвет серый. Вот у него цвет, знаете, как у мокрого асфальта. Темно-серый и немножечко такой легкий, какой-то легкая розоватость есть. Вот это какой цвет. Так, ну и в конце своего видео, друзья, я хочу вам показать новинку. Вот такую. Называется Кашмира. В общем-то, не распечатанная упаковочка. Она всего одна. И взяла я ее на пробу посмотреть. Это не дешевая пряжа. Она дороже всех этих артикулов. Так. Я взяла ее. Ну, я хочу сама попробовать. Но это, конечно, шикардос. Это очень мягкая, пружинистая такая пряжа. Сильной скруткой. Цвет здесь терракотовый. 50-граммовый моточек. 100% мериносовая шерсть написана. Называется Кашмира. Кашмира Мерино Вул. Вот. Кашемировая мериносовая шерсть. Ну, конечно, она шикарная. Это, я так понимаю, вызов Лана Гата, да? Ну, я думаю, что я попробую ее сегодня. Прям начну. Следите за моим каналом, конечно. Я все показываю. Все, что я вижу, я все показываю. Это для тех, кто вот впервые на моем канале. Я все показываю. Обо всей пряже, которую я могу, из которую я испытала, я все рассказываю. Все свои опыты, печальные или не очень, или нормальные, я все рассказываю. Вот, поэтому я ее сегодня уже начну пробовать. Прям приду с работы, загружу видео для вас, цвет терракотовый. И начну вязать. Ну, начну шапку, например, вязать, да? Так, здесь в 50 граммах 80 метров, но вот смотрите, на 160, конечно, она не тянет, да? Нет, нет, я бы сказала, что в ней 250 метров, как будто 250. Не знаю, что будет после стирки. В общем, друзья мои, эта пряжа пока не продается. Она всего одна упаковочка, и она приехала ко мне
чтобы я ее протестировала. Я специально ее взяла, но она не дешевая, и чтобы ее набирать, а вдруг она не очень, и мы ее еще не знаем, поэтому будем разбирать эту пряжу потом отдельно вместе, когда я свяжу из нее шапку. Ну, на этом я буду заканчивать свое видео, мои дорогие. Всем пока, до новых встреч. Я уже отвыкла от даже съемок показа пряжи. Целый месяц у меня не было поставки. И вот, наконец-то, мы вошли в рабочую колею, начинаем работать в полную силу. Так что, вот, милости просим в интернет-магазин «Территория вязания». Ну, пока, до новых встреч.